вось вас я чакала. Назва гэтай кніжкі, ну, падказаў вось верш, які неяк так застаўся ў мяне недзе ў сшытках. Вас я чакала, пэўна вас, калі апошні промень згас малінавага дня. А шаты неба нада мной і вечар сіняй сцяной найблізкая радня. Вам я шаптала, пэўна вам, кахання словы, а багам малітвы ўдзячнасці. Там сцежка вузкая ў траве і вельмам туман плыве хвіліны шчаснасці. Вы ўсё ж былі, напэўна вы. Зляцелі гусі на ставы з нябёс анёламі. Пяшчотнасць вашых вуснаў рук, а светка наш магутны дуб жаўрук над сёламі. Гадае мене же маці, дзе хога рагашеве хагаці, дзе хога рагашеве хагаці, же трэсаго вецэ жые кэсэсэ тэ рэгэцэ. Сівоке рога каже, яке магаці. Сівоке рога каже, як магаці. Же третя гевереже мога лога дегеє. Любя те жре того вагаці. Да любя жартова, а тяжей оте не моргне, де рога кивне. Третьоє погоце глогоє, третьой поцело, о, єже, а моє милоє чорено, бегеревой, да все є гегете же чує. Дякую. Сьогодні на одного чольця в моїй господарці стало меней. Я продала коня, нашого старенького, такого спокійного. Ён адслужыў нам верна шмат гадоў, але ў кожнага свой век. Адчуваю сябе здрадніцай. Пару гадзін таму прыбірала з выгану ланцуг і плакала. І вось разумею, што ў любы момант магла зайсці ў хлеў і ўбачыць непазбежнае. А шкада, шкада родная. Родная страціла. Хлопцы, што забіралі каня, папаліся разумныя. Яны ўбачылі мой стан, агледзелі. Нібыта так, для сабе, для працы купляюць. Пытаюць, як завуць. Кажу, а ў мяса няма імя. А яны мне, мы ж яго не забіваць. Мы яго прывядзем у парадак і перапрададзім. І вось сапраўды пачынаеш сябе пераконваць у гэтым. І лягчэй. І людзі, мілыя мае, каб вы бачылі, калі на коніка хлопцы начапілі сваю аброць. Усе коні, што пасліся побач, пачалі бунтавацца і моцна працягла іржаць. У мяне пайшоў мароз па скуры. Яны развітваліся. Вечарам я назбірала па звычцы два кашы яблык. Адзін кароўцы, а другі. Вось такое яно вясковае жыццё. Ночка вытянанку на бярозы вешала рупліва, а дарыць людзей чароўным ранкам раптам ёсць хацелася мажліва. У тасемкі белыя карункі да вянца каліну прыбірала, ад нашых марозных пацалункаў чырванела тая і застывала. Выцінанка, выцінанка, ты маёй душы каханка, чарадзейка спадзяванка. Выцінанка, 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 выцінанка,
ты моей души хатанка, чародейка спадяванка, вытянанка, вытянанка. Мама телефонует. Ну и спякота, что ты робишь? А что я могу робить, коли и скуру, сдается, сняла? Я на канапе. От и я, знов тиск. Ты корову у хлев забери, а коня в тенек постав. Худоба ж покутаю не менее за нас. Мамо, я ведаю. Переведу я их. Это дед мне кажа, каб я тебе передала. Надо мною два контролюючие органы. Дед и мама. И это вельми добро. Коли песни от мамы, то от своего деда Яна, які прожив уже на этой земле 95 годов, и мы где 96-й год, он, дякуй Богу, живы, относно здоровы. От его у меня вот некое воспринимание свету про сказку. Маленькая зусім, але я себе это добро памятаю. Я старалась увечеры ускочить до его уложек, пока он еще не кладется. Схаваться под ковдру и чакать, коли дед ляжа. Коли дед приходил, я вызирала с ковдры и казала: «Деду, а расскажи казку». Дед столько ведал казок. Казки такие были чудовные. Дед с мороной работы починал рассказывать, а потом починал засынать. И починал уже, ну, уже у него отримовывалось, что заяц съел волка, тише что-нибудь. Я сказала: «Деду, ты некий дурный, что ты рассказываешь? Ты уже все забыл, давай я тебе расскажу». Вот я казки ведала все на память. Тому вот дядуля Ян для меня это приклад соправдного мужчины. И он был мне не просто дедом, и он был мне и батьком. Тому что мой батька пропадал завсёды на праце, и он амаль нас не бачил. А с усими проблемами я бегла до дядули. И потом, когда уже я стала дорослой и замужней женщиной, между іншим, когда треба было обкосить кругом хату, а я еще тримеров не было, то я ішла и просила деда: «Деду, прийдите, обкосите мне, покуль он был вартым». Я видела, что так, как дядуля, не зробить никто.